Всем привет, меня зовут Женя Скалов, и сегодня мы начинаем новый эксперимент. Эксперимент будет заключаться в том, что я буду 4 дня подряд есть одни только бананы. На самом деле я их очень люблю, поэтому думаю, что эксперимент пройдет не так уж и тяжело. Но будем смотреть на это. По себе я вешу 78 килограмм. Под конец мы узнаем, я прибавлю или убавлю. Кушать я их буду, в принципе, когда захочу. То есть захотел есть, поел. Не захотел, естественно, не ешь. И все в таком духе. Начинаю прямо сейчас, съедаю бананы и иду на тренировку. Ну что ж, с утра съел 3 банана, получается. И сейчас съем один и начну свою тренировку. Так что, погнали. Ну что ж, тренировка как тренировка, все хорошо. Идем дальше. Уже вечер, за этот день съел 2 банана с утра, 1 перед тренировкой и 4 банана, находясь дома. Ну и вот в течение вечера съем еще 2 штучки. И хватит на сегодня. По ощущениям ничего не понятно. Ем себе и ем, так что продолжим. Так, снова бананчики. Что ж, начнем закупаться. Просто прекрасно. И теперь едем прямиком на кассу. Как-то так. Сегодня целый день был на работе, и поэтому день пролетел, в принципе, для меня быстро. За сегодня я съел 4 банана в течение рабочего дня, и 3 банана это было с утра, получается. Сегодня до сна планирую съесть еще 3 банана. Вот. По ощущениям появилось чувство слабости и вялости. Прям реально чувствую себя не самым лучшим образом, это точно. Слабак. Бананы, в принципе, не сильно надоели, то есть ем я их пока еще не с то, что с удовольствием, но как бы не с тем удовольствием, которым я ел вчера, скажем так. Будем продолжать, посмотрим, что будет дальше. Вот и новый день, спал на отлично, но ощущение того, что я выжатый лимон, просто до сих пор не перестает меня покидать. Оно, в принципе, понятно, организму не хватает аминокислот, витаминов, нутриентов, минералов, все это в кучу как раз и складывается, вот эта слабость. По плану на день у нас сейчас это съесть 3 бананчика, потом мы пойдем на тренировку, после тренировки на работу. Что ж, погнали? Банан, иди сюда. Ну что ж, тренировка прошла просто ужасно. Сил не было вообще. Видимо, невозможно реально есть только одни бананы и заниматься еще и при этом спортом. Это, ну, правда, давно такого же не было, поэтому это жесть. Будем продолжать. Осталось немного, в принципе. Но мне уже это не нравится, меня уже это, конечно, не устраивает. Ну что ж, настроение хорошее. Но чувство усталости так и не покидает меня вообще. То есть чувствую прям вялость в организме очень большую. За сегодня были съедены, получается, это 3 банана с утра, 1 банан перед тренировкой и 4 банана в течение рабочего дня. Они мне уже точно не кажутся такими вкусными, как было раньше, это на все 100%. Но чувство сытости они дают реально хорошее. То есть ими вот я даже там 1-2 банана если съел, то как-то есть реально не хочется. Но удовольствие от этого ты вообще не получаешь. Все пропало. Так что будем продолжать. Крайний день. Наконец-таки наступил крайний день. Честно говоря, бананы уже просто приелись по полной программе. Не хочу их видеть и есть. Не знаю, как это желание отразится на потом, там, спустя 2-3 дня, конечно. Но сейчас этот фрукт точно не самый любимый. Это 100%. За сегодня я, получается, съел 3 банана с утра и планирую съесть еще 1 и 2 банана в течение этого дня. Ну, к вечеру там будет видно, еще захочется, не захочется, но, честно, пока не хочется вообще. Но, что еще сказать, хочется разнообразия в пище, просто уже хоть какой-нибудь другой продукт, очень сильно. Слабость, усталость, да, она до сих пор присутствует. Ну, терпим, терпим, осталось чуть-чуть. Не зря же все-таки все это начинали, да. Ну что ж, уже вечереет. За сегодня я съел 3 банана с утра, 2 банана в поездке, 3 банана в течение дня и, в принципе, 3 оставлю на вечер. Честно говоря, уже даже противно о них думать. И есть их не хочется вообще. Фу!
Очень хочется съесть что-нибудь другое, неважно что, только не бананы. Но слабости организма, кстати, стало гораздо меньше. Видимо, организм начал просто привыкать. Но все же самочувствие не самое лучшее. Ожидаем конца эксперимента? Ну что ж, 4 дня прошло, можно уже сделать вывод, что же все-таки будет, если питаться только одними бананами. Из плюсов это появится у вас больше времени, так как вам не надо будет ни готовить еду, ни разогревать ее, вам просто надо будет очистить, съесть, выкинуть. В этом есть свое удовольствие. Вот так вот. Из минусов. Точно появится ненависть к бананам. Будете ощущать усталость и слабость, так как организму будет не хватать аминокислот. Да, это жестко. Заниматься спортом будет тяжело, так как все-таки в банане есть много углеводов, но мало белков. А белок это как раз-таки и есть строительный материал наших мышц. По итогу визуальных изменений я по себе не заметил вообще, но на весах я похудел на 2 килограмма. В целом питаться одними бананами это реально так себе затея, и ее я бы точно никому не порекомендовал, особенно спортсменам. Ко всему надо подходить с умом, помните об этом. Развивайтесь, занимайтесь и будьте здоровы. Всего хорошего.